Сегодня с самого утра наш город выглядит празднично и волнующе. Нарядные мальчишки и девчонки с портфелями наперевес и яркими букетами спешат в родные стены школ. За такие продолжительные летние каникулы они уже успели соскучиться по учителям, одноклассникам и, конечно, по любимым предметам. 1 сентября для нас очень большой праздник. Мы за лето очень соскучились по своим друзьям, учителям, по школе, по родным классам. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов и, конечно, традиционные уроки мира. Сегодня самый долгожданный день для тех, кто впервые сел за парт. Более 800 первоклассников переступили порог школы. Очень скоро она для них станет вторым домом. Будущие выпускники школ традиционно сопровождают первоклассников на первую в их жизни линейку. И прощай, соблазны, пустой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Торжественные речи, поздравления и напутствия звучат в этот прекрасный день в адрес школьников и педагогов. Поздравляю вас с праздником, Днем знаний, и желаю, чтобы наступивший учебный год был для всех успешным, принес много новых побед. Сегодня школа играет важную и решающую роль в формировании будущего каждого ребенка. Полученные здесь знания, опыт общения с одноклассниками, учителями позволит ребятам уверенно вступить во взрослую жизнь. Дорогие школьники, уважаемые педагоги, родители, сердечно поздравляю вас всенародным праздником, Днем знаний. Справедливо говорят, что всем лучшим человек обязан школе. В школе учат и воспитывают трудолюбие, порядочность, исполнительность. Вот эти патриотизм, эти лучшие качества формируются именно в школе. Мир новых встреч, знакомств, поступков и достижений ждет школьников в новом учебном году. Глава администрации Сергей Козин поздравил всех учеников города с праздником и пожелал доброго пути в удивительный мир знаний. Дорогие ученики, дорогие преподаватели, уважаемые гости, 1 сентября всегда связано с чем-то новым, добрым, светлым. И не могу не сказать, с сегодняшнего дня город ожил, помолодел, повеселел благодаря вам. И сегодня у нас 7,5 тысяч учеников, перед ними открыты двери. Хотелось бы ученикам пожелать, чтобы смогли пройти учебный год этот без препятствий и получить максимум знаний, которые им дадут педагоги. Вам удачи и, как говорится, добрый путь. Поздравительные стихи и танцевальные композиции украсили торжественную линейку и стали подарками для учащихся и их родителей. По традиции, 11-классники, будущие выпускники школ, загадали желание и запустили в небо воздушные шары. Для них этот год станет решающим. Впереди у школьников трудный, но очень интересный учебный год. И начался он с первого звонка на урок.